красивой жизни нет любви. Тося, доброе утро. Доброе утро. Это что такое? Я знаю, что вы из музыкальной семьи, что у вас и папа, и дедушка дирижеры. Как это? Мама. А мама преподаватель музыкального училища имени Римского-Корсакова. Как это повлияло на вас? И был ли хоть малейший шанс, что вы пойдете по стезе классической музыки? Вообще, изначально меня мама направляла в классический академический вокал. И я отучилась 3 года в колледже Римского-Корсакова в Петербурге. Но потом я поняла то, что я в состоянии писать музыку свою. Тысячи безумных мыслей, чувство, что ты сдвинешь горы. Это все в ночное время, когда телу нужно спать. А я знаю, что косвенно вы пришли все-таки на классическую сцену, и я прочел, стали автором музыки к балету, который позже шел на сцене Мариинского театра. Как это произошло? У меня есть друг, он на тот момент был в труппе Мариинского театра, и он позвал меня писать музыку в балет. И прикол в том, что я не видела ничего, что он ставил, и он направлял меня только вот по таймингу, по секундам. А конечный результат я уже увидела на премьере. У вас очень яркий, запоминающийся образ, вот эти белесые брови. Как вы к нему пришли? Очень просто. Я просто родилась с такой внешностью. Прикольнее вообще подчеркивать свои достоинства, свою естественность. Вы автор музыки к сериалу «Беспринципные». Есть такое. Вы из Петербурга. Александр Цыпкин, автор идеи, сценарист из Петербурга. Сериал предельно московский. Вот это что, тенденция какая-то, что люди из Петербурга делают вот такую московскую тематику? Ну, мне кажется, очень много москвичей тоже, которые переезжают в Петербург, они тоже черпают петербургскую культуру и становятся такими коренными петербуржцами. И то же самое происходит с людьми из Петербурга, которые переезжают в Москву. А в моем случае я просто выиграла тендер. И забавно то, что это демка, не сведенная. А просто как отправили, так и поставили фильм, да? Да, да. То есть у меня не было времени и денег, извините, на тот момент, чтобы отправить это звукорежиссеру, чтобы все суперкачественно... Вылезать, что называется. Да. А иногда бывает так, что не добавить, не отнять. Да, и очень приятно то, что люди говорят, я никогда, когда смотрю сериал «Беспринципные», никогда не пропускаю титры. Переплетаю истории между людьми без принципа. Красивой жизни нет любви. У вас сложился тандем интересный с Ириной Горбачевой. Она снялась у вас в клипе. Вы написали для нее несколько песен. Будет ли продолжение? Что вас притягивает друг к другу? Да мы просто такие немножко родственные души. Она меня чему-то учит. Я как-то ее вдохновляю. И мы такие две силы, которые в какой-то момент объединяются, что-то дают друг другу, какой-то толчок. И я писала музыку для ее стихов. И получилось 5 песен, она выпустила пока что 3. Я надеюсь, что она выпустит что-то еще. Тысячи строчек тебе написала, будто бы очень скучала. Я прочитал, что альбом вы записали на мобильный телефон. С чем это связано? Зачем? Это, ну, какой-то вызов? Это пиар? Это был не пиар, это была невозможность делать что-то на студии, потому что у меня просто не было денег. Вот так вот, то есть это была такая вынужденная необходимость. Главное не ныть. Можно даже на диктофон записать, как ты стучишь по коробкам около мусорного ведра и сделать это красиво. Тося, на чем бы вы ни создавали вашу музыку, я желаю, чтобы публика принимала ее восторженно. И прошу вас пожелать нашим зрителям хорошего дня и, ну, подсказать им, где им черпать вдохновение. Старайтесь выходить из зоны комфорта и некомфорта. Старайтесь просто поглощать какую-то новую информацию, общаться с новыми людьми. Старайтесь созидать. Да и, в принципе, все. Всем спасибо. Тося Чайкина.